взял я такую вещь, оборудование УЖТ, специально предназначенное для обучения вождению. Юмор делаю. Так, значит, смотри сюда. Вот здесь вот у тебя далее, та, которая дальняя, это уже тормоз. Да. Ее точно не забывайте, на коробочке переходит дорогу. Хорошо. Это газ. Так, скромнее газ. Скромненько. Да, скромненько. Это руль. Ну, понятно, направо, налево, я думаю, все носовым не будут. Все, садимся, устраиваемся. Кресло там все удобнее. Нормально, там до всего затягиваешься. Все. Готово к вождению, готово к труду и обороне. Так, да, пристегивайся. Все, я пошел. Хорошо. Нормально едешь. Смотри за дорогой, только не отвлекайся. Поворачивать в город? Ну вот там светофор впереди. Там будем тормозить. Как тормозим, мы направо там будем уходить. Только предупреди, когда ты притормаживаешь. Ага, хорошо. В прошлый раз тоже тормозило, что я в зеркало не влетел. Так, подтормаживаем. Вот красный свет. И там эта педаль. Вот. Тогда левая педаль. Левая. Так, не жалею аккуратно. Я вижу. А. Так, хорошо, давай поехали дальше. Нормально. Нормально. Машинку ровненько держишь, молодца. Так, налево уходим, налево, налево, налево. Поворачивай руль, поворачивай. Поворачивай. Хорошо. Ровнее. Хорошо. Скоро сможешь, наверное, экзамен сдавать. А не сделай, я далеко не допустим. Чуть-чуть еще потренироваться. Осторожно. Да. Слушай, ну ты яму можешь объезжать в конце концов? Не могу я объезжать яму. Вообще-то меня плохо учат. И куда это ты? Если я хреново учу, езжай сама, да? Давай, пошли.